Пара мыслей в рифму. В Госдуму приходит рекомендация. Отметим серьезность подхода. Хотят там всех научить одеваться строго согласно дресс-коду. Конечно, не black tie, но наподобие. Давно уже это хотели. Наглядное сделано будет пособие, где вплоть до цветов и моделей, брюки и блузки, туфли, сорочки. Там принцип вообще-то не сложен. Для мужчин и для женщин все знать будут точно, как чиновник выглядеть должен. Парламентарии выглядят модно, но дьявол мы знаем в деталях. Пришли тут на конференцию международную в джинсах и даже сандалях. Конечно, было бы офигенно, если бы они выбирали сами. Представьте, полдумы в плащах Супермена, другие полдумы в пижаме.